Да, но эти задачи у меня. Задача один рубль. Не его знаю. Давайте. Какой ты тяжелый, господи, девочка. У тебя же денег нету. Вообще-то не есть денежки. Знаю, вот, держите. Пик. И вот униконструктор. Это ведь девочка. Вот эти вот твои для пони, они тоже стоят денег. У меня есть те 10 тысяч. Да не ври. Раз, два, три. Угу. И мы прибиваем, да? Пик. 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 Всё, твоя стиля и твой пони-конструктор стоят 6000. Держите. Кошелек. О, вот. Блин. Пауза небольшая. Слышали какой-то скрип? Это я открывала вот эту штуку просто. Такой просто скрип. И я прибавила еще свой звук сильнее. Смотрите. Это, во-первых, и вот это скрипело. То есть я открыла, закрыла и вот так сделала. Так. Угу. Много денежек, много. Вот. Держите. Ну, девочка, ты это заслужила. Никогда не видела таких. За это ты можешь купить себе еще одну пони. Рейбух. У меня ее нет. Хотя... Да, у меня ее нет. Вот. Ты, девочка, согласна? Угу. Хотя, зачем? Я не хочу бесплатно еще одну пони. Если не все есть. Все, до свидания. Ну, до свидания. Дома. И да, пришло время собирать пони-конструктор. Берем пони. Всю ее волосы. Вот. Теперь она с волосами. Берем ее хвост. Надеваем хвост. Камера мешает. Так. Вот хвостик. И корона. Ну вот и коняшка. Какая она все-таки редкая из моей коллекции. И филя. Надо это все положить в мой шкаф.